Для жителей города проведут экскурсию на одно из ведущих предприятий. В областной столице продолжается проект «Город изнутри», в рамках которого тверичан знакомят с работой предприятий и дают возможность увидеть и понять, как функционирует городское хозяйство и не только. Проект стартовал 2 года назад с экскурсии на ТЭЦ-3. Потом тверичане увидели работу специалистов МРСК центра «Тверьэнерго», «Ростелеком», кофе-обжарочного завода «Паулик». А теперь планируется познакомить тверичан с компанией ДКС. Экскурсия пройдет 31 января в 16 часов. Запись ведется в официальных группах администрации Твери ВКонтакте. Здравствуйте, уважаемые жители города Твери. Я хочу пригласить вас 31 января в 16:00 посетить территорию технопарка ДКС и своими глазами увидеть, как создается наша продукция. На 1 час вы окунетесь в особую атмосферу компании и узнаете о ее традициях. Продукцию компании ДКС вы можете видеть не только у себя дома, но и на таких объектах, как Крымский мост, космодром Восточный, олимпийские объекты в Сочи, стадионы для чемпионатов мира по футболу и хоккею. В обычное время вы, к сожалению, не можете посетить компанию, только если не являетесь нашим кандидатом. А сейчас вы сможете увидеть все изнутри. По окончании экскурсии самых активных ее участников ждут полезные, приятные сувениры. До встречи!